Всем привет! В этом видео вы узнаете, когда начнется новое событие – кузница машинерии, и какие награды можно за него получить. Ну и вступайте в нашу группу ВК, ссылочка есть в описании. Всем приятного просмотра! Итак, новое событие начнется уже 29 июня и продлится по 11 июля. Для участия необходим как минимум 30 ранг приключений, а также выполненные задания, побег с острова Рита и письмо Тесата. Во время выполнения ивента вам необходимо помочь фонтейнскому торговцу механическими игрушками. Прежде чем приступить к созданию робота, вы должны выполнить задание по сбору материалов и победить врагов, чтобы активировать ядро. После того, как все задания будут выполнены, вы сможете приступить к созданию роботов. На роботов будут выдаваться ценные бумаги, называемые ваучерами. При обмене ваучера в магазине события вы сможете поместить роботов в свой чайник, но за раз можно выкупить только 4 робота. Также ваучерами можно обмениваться с друзьями в случае недостатка. Ну а в награду за событие можно получить 420 примагемов и другие полезные материалы. А уже 1 числа обновятся бездна и магазин Паймен, откуда еще можно получить около 600 примагемов, 5 ивентовых и 5 стандартных круток. События с роботами обещают быть интересным и, возможно, расскажут какие-то тайны о Фонтейне. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!